Всем привет! В этом видео я вам покажу и расскажу, как в однокомнатной квартире сделать гардероб, гостиную, кухню и спальню. И все это на 40 квадратных метров, дорогие друзья. Я знаю, многие вы мне пишете, гардеробные можно только в огромных домах, только в гигантских квартирах сделать. Смотрите и учитесь. Поехали! Друзья, прежде чем я начну показывать и рассказывать, что я сделал с этой планировкой однокомнатной, такого гениального, приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, который называется «Интерьерные встречи». Там каждую неделю мы проводим прямые эфиры на тему дизайн, про дизайн, около дизайн. В общем, вам пригодится абсолютно точно, поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал «Интерьерные встречи», ссылочка в описании. Ну а сейчас начинаем. Эта квартира 40 квадратных метров в великолепном жилом комплексе «Русь». Какое патриотичное название «Русь». Итак, смотрим, что у нас есть изначально. Есть кухня, есть комната, есть ванна, есть прихожая с закуточком. Предположительно, гардеробная комната. Но, как обычно, застройщик делает их таким размером, что это больше похоже на кладовку, чем на гардероб. Итак, друзья, что главное в квартире? Главное то, что вы всегда просите, это чтобы было удобно, красиво и уютно. И все это в рамках тех стен, которые вы, собственно говоря, приобрели. Запросы бывают разные. И вот здесь запрос следующий. Нужна кухня, нужна отдельная гостиная и нужна отдельная спальня. При этом я хочу заметить, что какого бы размера квартира у вас ни была, 500 метров, 200 метров, 50 метров или 20 метров, первый вопрос, о котором вам нужно озаботиться, это хранение. Хранить вещей всегда нужно много, поэтому вопрос стоит всегда остро, особенно в маленьких квартирах. Здесь есть гардероб, дорогие друзья. Посмотрите, при входе гардероб уютненько спрятался за шторами. Я часто рекомендую закрывать гардероб шторами, потому что это красиво, потому что это удобно, это быстро, это недорого. Вот картинка, пример, как это может выглядеть. Ребята, это прямо мега решение. Берите на вооружение, сэкономите денег и сделайте классно. Во-первых, бардака не видно. Во-вторых, заходить туда быстро. Ну что, отодвинул, зашел, штора сама расправилась. И недорого. Дверь-то денег стоит, а штора, ну что там, ну тряпочка. Правда, бывают тряпочки такой цены, что производители дверей позавидовали бы в плане стоимости. Так вот, здесь у нас есть гардеробная вот в этом закутке. То есть узкие шкафы, глубокие шкафы. В глубокие мы на плечики вешаем, в узкие мы обувь ставим, шапки, шарфы складываем. Сумочки на верхних этажах полок. Отсюда же остается вход в ванную. Есть большая полноценная ванна на 1,80 м. Есть раковина напротив входа, потому что существует правило. Заходишь в любое помещение, заходи на красоту. Сбоку унитаз, причем унитаз прячется в системе шкафов. Лайфхак для ванных комнат. Делайте навесной унитаз на системе инсталляции и прячьте все это в шкаф, узкий шкаф, внутри которого все коммуникации спрятаны, а в свободных местах это просто шкафы с дверками, куда мы можем добраться и спрятать много-много всего, не только то, что в ванной, но и всякое другое, к чему не хватило места в квартире. Вот на картинке пример, как это может выглядеть. Дальше проходим и попадаем в гостиную, которая появилась благодаря тому, что я разделил большую длинную комнату на две части, поставил перегородку посередине, и осталась спальня и осталась гостиная. То есть в гостиной диван, телевизор напротив и место под уединенную спальню, дорогие друзья. При этом остается большая достаточно кухня, где есть все необходимое, есть места хранения, есть холодильники, духовые шкафы, есть место, где готовить, есть отдельно стоящий стол. И это здорово, что он вообще есть и вообще он отдельно стоящий. Все это уместилось в однокомнатную квартиру, дорогие друзья. Поэтому есть где приготовить, есть где принять гостей, посидеть за столом. Есть где посмотреть телевизор на диване. Браво! Браво! Ну, согласитесь, это же шикарно. И все зоны разделены. И есть куда уединиться, уйти и, так сказать, лечь
спать, подчевать. Там же есть макияжный столик, там же есть шкаф, он небольшого размера, но в принципе, когда мы говорим о сохранении, экономии места, то этого вполне достаточно. Но помимо этого шкафа, который есть большой от пола до потолка, есть еще навесная часть шкафа, которая идет над кроватью по самому верху. Беспокоиться о том, что он свалится вниз, не стоит. Сейчас есть такие крепежи, которые вообще там будут держать 150 килограмм, ничего не отвалится. Вы можете еще там повиснуть и спать как на антресолях. Все будет шикарно, надежно и безопасно, что самое главное. Это нам позволит добавить мест хранения. Какие есть еще места хранения? В гостиной есть диван, который можно поднять, внутри него хранить. Такие диваны есть, модели существуют. Диван можно раскладывать, это дополнительное место для сна. По периметру комнаты на верхнем этаже это полки, куда можно поставить коробки с какими-то вещами, книжки, которые всегда у всех в каком-то количестве присутствуют. То есть это тоже дополнительные места хранения. На кухне полностью задействованы все стены под навесные шкафы. Там, где кухня, холодильники, сверху колонны идут до потолка, это тоже все хранение. На балконе, обратите внимание, тоже есть место для отдыха. Мы можем выйти на балкон, посидеть, полюбоваться, так сказать, видами из окна. Там есть столик, можно поставить кружечку. Ну и сбоку с торца есть возможность поставить дополнительный шкаф для каких-то еще вещей, ну, например, зимние убрать там, или наоборот, летние там, или чемоданы поставить. Это тоже удобно, и это решает множество вопросов, куда деть вещи. Я напоминаю, что если этот вопрос не решить, то дизайна не получится, какой бы шикарный он ни был, сколько бы вы денег не вложили, просто потому что вещи будут валяться. Поэтому первый вопрос, который мы решаем, это хранение. Вот поэтому называется однушка с гардеробной. Здесь я показал, как можно спрятать, хранить вещи не только в гардеробной, но и в ванной, например, вот в этот вот узкий шкаф. Это просто великолепнейшее решение, поэтому берите на вооружение, пользуйтесь. Ну и что хочется сказать, хотите дизайн, делайте грамотную планировку, обращайтесь ко мне, с большим удовольствием сделаю. Как обратиться, ссылочку в описании оставлю, ссылку на наш сайт, заказывайте дизайн, буду всегда рад. Весь наш дизайн интересный, идейный и не такой, как у всех. Ну а на этом все, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Да пребудет с вами муза!